В 2018-м наши атлеты стали чемпионами мира, Европы и России в различных дисциплинах. Теперь по итогам урожайного на медали года выбирают югорчанина достойного звания «Спортивная элита». Всего 10 претендентов. Среди них и жительница Нефтеюганска Юлия Мальцева, легкоатлетка, чемпионка России 2014 года. Среди последних достижений – третье место на Кубке Европы по зимним метаниям диска. Отдать свой голос можно до конца этой недели на сайте окружного департамента физкультуры и спорта. Победителя наградят на торжественной церемонии «Спортивная элита-2018».